Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам представить обзор USB Type-C кабеля от компании Blitzwolf, купленный в магазине Banggood. Посмотрим на кабель ближе. Изделие идет в обычном прозрачном полиэтиленовом пакете, что странно для компании Blitzwolf, так как обычно свои кабеля она упаковывает в фирменные картонные коробки. Для примера можно посмотреть на вот этот кабель AUX от Blitzwolf, который в картонной коробочке аккуратненькой. Ну, для меня это несущественно. Кабель покупался по предзаказу. Возможно, из-за этого не успели сделать фирменную картонную коробку. Значит, посмотрим на кабель ближе. Штекер с USB Type-C разъемом имеет выплавленный логотип Blitzwolf на пластике. А обратный разъем, что самое интересное в этом кабеле, имеет симметричную конструкцию. То есть, так называемый reversible, то есть можно его вставлять любой стороной, что так, что так. Посмотрим, как это работает на примере планшета Chewy HiBook. Для начала проверим качество соединения. То есть, как фиксируется в гнезде штекер Type-C кабеля Blitzwolf. И, к сожалению, четкой фиксации я не чувствую. То есть, кабель мягко заходит, и фиксация жесткая отсутствует. Для примера посмотрим на родной кабель от планшета Chewy. Вставляем его и слышим щелчок. Фиксация намного лучше. Еще раз пробуем. И достается он со значительно большим усилием. Контакт обеспечивается более надежно. То есть в этом плане кабель, можно сказать, подкачал. Ну, проверим, как он заряжает планшет. Вставляем зарядное устройство и вставляем планшет. Экран засветился, зарядка пошла. Пробуем поменять, перевернуть USB разъем в зарядном устройстве другой стороной. Так же самое, все нормально заряжается. То есть, несмотря на явный недостаток того, что штекер Type-C не очень хорошо фиксируется в гнезде планшета, в остальном кабель сделан очень качественно, и главное его достоинство в том, что он может выдерживать зарядные токи до 3 ампер. Большинство кабелей, которые я видел, выдерживают только до 2 ампер. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, кому был полезен этот обзор. До скорых встреч.